Ситников пишет, куда там японская сакура до железногорских разноцветных абрикосов. Вы можете поверить, что рядом с Красноярском есть город Железногорск. Вот. Тоже поди 500 км на север. Я никак забываю глянуть карту. Но это почти пригород Красноярска считается. Вот смотрим, кто их посадил, когда посадил. Ну, конечно, невкусные. Конечно, не каждый год, видите. Никогда раньше не было такого раннего обильного цветения. Это совпали факторы. Не убил заморозок, не убил мороз. Город себя греет. Вот. Последняя зима была сверхтеплая. Даже для... Помните, я сравнивал. И у нас была средняя 15, и в Красноярске средняя за сколько там времени, среднестатистическая, там ночь, день, за большой период, это было среднее, минус 15. И у нас, и в Красноярске. И вот благодаря этому. То есть в следующий год уже вряд ли оно будет цвести, плодоносить. Ну, дай бог раз в 3 года. Я реалист. Вот. Тем более, что оно неизвестно. Видимо, росло, никому не мешало, и вдруг бах, как он пишет, никогда не было. Но все равно это плюс огромный.